Поставка робота производится в традиционной транспортировочной картонной коробке. Открыв внутреннюю фирменную коробку робота-пылесоса, мы видим набор инструкций и мануалов с яркой полиграфией, а также краткое руководство по быстрой настройке с QR-кодом для возможности скачать мобильное приложение. Далее уже уложены остальные комплектующие. Что входит в комплект поставки помимо сопроводительной документации? Так это робот-пылесос, зарядная база, сетевой адаптер, две пары боковых щеток, пылесборник, резервуар для воды, пара салфеток из микрофибры и запасной нейрофильтр. Робот-пылесос изготовлен из черного матового пластика и глянцевого пластика. Форма аппарата при обзоре сверху круглая. Выглядит Abir X6 очень достойно и стильно. На фронтальной панели находятся кнопки включения и возврата на док-станцию, ну и маленькое углубление с камерой для сканирования помещения. Сбоку робота находится мягкий защитный бампер, механический переключатель включения-выключения питания, разъем для сетевого адаптера, клавиша для извлечения мусорного контейнера и выпускные отверстия с обеих сторон от нее. На корпусе робота-пылесоса с обратной стороны видны боковинные модульные колеса, поворотное переднее колесо, контактная группа для установки и автоматической подзарядки на базе, отсек аккумуляторной батареи и боковые щетки, ну и турбощетка. Благодаря установленной ходовой части робот Abir X6 способен преодолевать различные препятствия и пороги высотой до 18 мм. Несмотря на невысокую стоимость, в роботе-пылесосе Abir X6 предусмотрена навигация по встроенной камере, которая позволяет строить карту помещения и запоминать уже убранные места, чтобы не проходить их дважды. Робот может выполнять как сухую, так и влажную уборку, однако одновременно он это делать не сможет, только поочередно. Abir X6 одинаково эффективно очищает деревянный пол, камень, плитку, линолеум, ламинат и ковровые покрытия. В этом ему помогают две боковые щеточки и центральная турбощетка. Резервуар для воды имеет емкость 360 мл и оснащен помпой, которая позволяет дозировать поступление жидкости на салфетку при уборке и ограничивать ее поступление, когда робот-пылесос Abir X6 не двигается и не производит очистку пола. Объем подачи жидкости можно настраивать в трех уровнях. Скорость влажной уборки также можно отрегулировать в мобильном приложении. Подводя итог, можно утверждать, что это один из лучших робот-пылесосов с камерой по такой цене.